А як я обіцяв, вже є гості, з якими будемо спілкуватися сьогодні, і радий їх представити. Це Аня Босякова, громадський діяч міста Миколаєва, Сліпуха Дмитро, художник, та художниця Поліщук Юлія. Вітаю вас, дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. А ми сьогодні впродовж цього ефіру говоримо з приводу такого свята, яке святкують сьогодні. Це невеличкі революції кожної людини. Кожен для себе якісь робить досягнення. Ви люди вже успішні в місті Миколаєві, вас знають і, скажімо так, змогли досягти певних вершин. Для початку ваш якийсь код успіху, що б порадили глядачам, що необхідно, з чого починати, щоб досягти мети? Добрий день, спасибо, что пригласили. Надо начать с себя. Надо начать с себя, не лениться, не спать по утрам, а вставать и действовать. И когда люди это поймут, что ихняя жизнь не зацикливается на доме и работе, а еще и привлекаться к деятельности вот, в общественной жизни для города, для страны, для мира в целом, для природы, то тогда все будут развиваться і в положительну сторону. А творча когорта, скажімо так, від вас які поради будуть? Не знаю, ви так представили, мені здається, я сама постійно хочу в когось почути цей секрет успіху. Я не знаю, я не думаю, що я можу поділитися чимось таким прямо. Насправді, я лише на самому початку, але тут за нього не можу не погодитись, ну, треба просто починати щось діяти, що ти можеш. От можеш так, робити так, а далі воно якось піде не краще, по-іншому, ну, сама не знаю як. Дмитро, від вас, тому що про ваші вчинки знає, знову ж таки, все місто. Ви змогли почати. Ну, спасибо. Ну, моє видіння цього ділення, цих проєктів, цих арт-об'єктів, возрождення міста, ну это ну, давать жизни, давать света, давать какие-то капли, искры. Вот, то есть, ну, пока я нахожу их ну, в тех на местах, которые наиболее видимы. Допустим, это переход, это вот Аня позвонила, предложила это логотип проекта, да? Водонапорную башню. И ну, вот этот объект, ну, эта водонапорная башня, она меня привлекала ну, тем, что это, ну, вода – это источник жизни. И вот ну, на этом и пошло. Ми вже обмовилися про проєкт, з приводу якого ви завітали. Хотілося б від Ані більш детально почути, як давно вже зародився і які вже є результати на сьогодні. В январе месяце этого года он был трехдневный марафон Active Citizens от Британской Рады. Большое количество разного возраста людей собралось, и нам надо было представить какой-то из локальных проектов. И вот в очередной третий день, когда пришла, нас рассоединили по пятеркам, я предложила своей пятерке именно этот проект и хотела от них услышать фидбэк. Понравилась им моя идея, либо нет. Они так ярко зарядились моей, наверное, энергией, что мы сразу приступили к разработке проекта. И с этого дня я начала подключать новых и новых людей. Дмитрия, Юлю сразу, так как они художники, они добавляют яркости, красок в процесс любого проекта. Мы познакомились на подземном переходе в Парке Победы с Юлечкой. Нашу идею я в Фейсбуке подписано как «Равлык добра», как раз это моя идея, Юля ее воплотила в жизнь, Дмитрий дал возможность в подземном переходе ее реализовать, да, поэтому все это как снежный ком, только положительный. Хотелось бы узнать вот о проекте, что, какая главная идея, скажем так? Цель проекта даже, скорее всего, у нас огромная проблема с водоснабжением в городе. И как раз вот наш объект с Шуховской башни является символом воды, символом водоснабжения. 109 лет назад эту башню подключили к водопроводу нашего города. В нем соединялось до 10 источников воды нашей, под нашими ногами, в нашей земле. Да? И снабжала практически весь город водой. И вот 15 числа, кстати, приглашаем вас и всех горожан города на экскурсию. В 12 часов дня будет у нас экскурсия благотворительная возле прямо башни Шухова. Это улица Рюмина, 9. Будем рады вас видеть. А что еще будет входить в программу, кроме экскурсии?
На 15 число у нас экскурсия. Угу. Вечером мы планируем презентацию проекта, это уже в помещении. Угу. А планируется у нас еще на 22 число День воды, это угу. будет праздник. Поэтому мы обязательно вас известим, и всех горожан города, о сценарии нашего праздника, что там будет, какие угу. яркости мы добавим. Так що будемо раді. А я хотів би також заакцентувати увагу, що глядачі бачать час від часу ось ці фотографії на своїх екранах. Що це також хотілося б дізнатися у вас? От, кстати, об этом, наверное, Дмитрий вот, більше так. розкаже. Це наш макет башні. Ну, да, это один из первых макетов, чтобы люди, которым мы говорим эту идею, чтобы они увидели, что тут есть, на чем подумать, на что обратить внимание. И это своего рода какая-то энергия, какая-то искра, которая идет от этой от старой башни, которая говорит, что ребята, обратите внимание на меня, я же вам даю источник жизни, воду. Там вот это и наши. Я хочу сказать, что вот этот макет, который вы делали, мы видели также вот эти заготовочки. Как долго его вообще создавали? Потому что в Фейсбуке ежедневно видел такие небольшие фотоотчеты. Делаем, движется уже к концу и к финалу эта работа. Сейчас где-то башня находится. Башню мы поставили в детском городке сказки, теперь вы можете прийти и полюбоваться на нее. Идея была заложена создать гиперболоид, но так как мы не профессионалы, не инженеры, Юрий Шевченко предложил создать гиперболоид, Дмитрий подключился с нашим ярким рисунком, и оформили мы его как бак башни. Все создавалось где-то 2 недели по крупицам своими силами, и вот результат. Теперь уже такой небольшой арт-объект есть уже в сказке. Можно сфотографироваться маленьким жителем города с маленькой башней. Да, и с маленькой идеей Джерома Миколаева. Также хотелось бы обратить внимание на работу Юли, потому что она также тоже подключилась к этому проекту. Сейчас покажу зрителям, що це можна теж розказати об відкритках. Взагалі, і воно, власне, з цієї листівочки все і почалося, якраз було напередодні Дня Валентина. Я подумала, що треба якусь лірику внести в цей, можливо, проєкт. Угу. І, в принципі, подала цю ідею як, можливо, якийсь туристичний об'єкт, біля якого можна фотографуватися, робити селфі як туристам, так і мешканцям міста. І тут це така ідея «Миколаїв, я люблю тебе». Знаєте, є така світова серія фільмів «Париж, я люблю тебе», «Нью-Йорк, я люблю тебе». В принципі, я взяла ту ідею звідси. Тобто це все таке двояке трактування. Я люблю Миколаїв, я люблю тебе. Або я люблю тебе, і це я сказав тобі в Миколаєві. Тобто це така і романтична листівка, mm-hmm. і башта, і так далі. А далі я зробила вже на екрані, якщо показують періодичний весняний варіант, бо це вже був зимовий варіант, це тепер весняний, знову на тлі тої самої вежі. Власне, тому що це проєкт про вежу. І от я його якось по-різному показую. І от в цьому варіанті, бачите, там написано «Джерело Миколаєва», щоб назва проєкту. Але я, поки її робила, зрозуміла, що два написи на одній листівці – це дуже погано. І треба зробити якийсь такий значок, щоб це було зрозуміло, що це і цей проєкт, щоб просто знову не писати. І оце виникла ідея з логотипом. Я сказала, Аня, давай вже зробимо якийсь логотип. Щоб скрізь його ставити, написати «Це Джерело Миколаєва», і бачите, вже в другому варіанті листівки, вже він там скромно в куточку стоїть, і він і є, і немає, і ми почали працювати, власне, над логотипом, і оце 19-й варіант, який ми з Анною затвердили. І ще одне доповнення, от возле цієї водонапорної башні є такий длинний забор. И то есть и многие заборы по городу, где, допустим, появится возможность рисовать, мы хотим это все разрисовать красками. Вот эти вот открытки, украсить, скажем так. Логотипы наши, эти рисунки всем. То есть мы хотим их показать людям, чтобы они были в городе, а не на одних. Листовка. Ну что ж, я хочу сказать, что вот так нежданно-негаданно, да, казалось бы, появился символ арт-объекта в городе Николаеве. Спасибо вам за то, что вы такие инициативные, активные, думаете не только о себе, а о том, что и как живет город Николаев. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам сегодня в студию.